Добрый вечер, друзья. Сегодня маленький обзор на новую игру, заполненную реальностью, да, жанр так называется. Игра называется Pokemon Go. Наш главный сегодня мастер покемонов Михаил. Миш, познакомим, поздоровайся. Всем привет. Некогда говорить. Некогда. Время ловить покемонов. Время ловить покемонов. Лиза. Привет. И Дима. Привет. Вечно занятый. Так, немного об игре. Миша, расскажи, что за игра. Пойдешь ловить покемонов? Ты же... Вот. Тебя Михан спрашивает, пойдешь ловить покемонов? Так, давай, сейчас у нас... Так, это интерфейс, я так понял. Да, вот мы здесь. Ага. И что тут? Ну, куда идти, знаю, зачем, сказал, что, расскажи немного. Позвонить. Мы идем и будем искать. Скажи, он написал, где он, куда подходить? Отлично рассказал. Да. Так. На самом деле, суть игры состоит в том, что у нас в каждой есть навигатор, имеется карта местности. На ней отмечены места, в которых мы можем поймать покемонов. Покемоны, видимо, случайным образом генерируются в каких-то координатах. Мы должны просто подойти к ним и поймать их посредством и игры. Ну, покебола. Да, посредством покебола. То есть нажимаешь на шарик покебола, и он запрыгивает, да, правильно? Примерно так, в общих чертах. Ну ты чё? Окей. Покемоны не стоят на месте. В итоге. То есть они двигаются. Могут двигаться, они могут убегать. В хаотичном порядке или как? Нет, наверняка у них есть какой-то алгоритм, какие-то свои причины, как двигаться. Но пока что мы не хотим вникать в такие сложности. Вчера им звонили. Ты мне сказал? Так вот. Сейчас я маленечко запущу вам видео о ловле покемонов, это вы увидите, и дальше будет интересно. Не переключайтесь. Сейчас, секунду, раз, два, 12, начали. Прыгающий покемон, Шайни кинул покебол, поймал. Кого поймал? Посмотрим. Оно время от времени подвисает, потому что это еще не специально у нас вышли. Sparrow. Да, официальной версии еще нету. Sparrow. 11? 1? Вот здесь я кого-то видел. Пойдем туда. Я читал сегодня в интернете, что идем можно... Идем туда. PvP, короче. Покемона нашел, Миша. Вот он. Так, это Зубот. Вчера я... Промахнулся. Тот самый, который вчера пытался поймать, но не поймал. Поймал. Найс. А теперь поймал. Это на самом деле важный момент. Было вчера всего двое, кого я не поймал. Ага. Причем его я поймал, но из-за некоторых глюков оно не сохранилось. Зубата, да? То есть, да, интересно, да? Достаточно или как? Диман, когда выйдет официальная версия, честно, установишь? Я не знаю, я не играю в игры. Не ври мне. А как не симулятор бомжа? Или это не игра, это симулятор. Симулятор бомжа, это реальная жизнь, наверное. Симулятор реальной жизни, на всякий случай, говорится, на всякий случай. Так, мастер покемонов кого-то нашел. Это очень странная штука. Кто-то это? Кто же это? Найс. Что это за покемон такой? Еще один. Это маленький получение, да. С грибами на спине. Как его звать? Параш? Парас. Вот так вот, еще один покемон. Буквально где-то за несколько минут. Ребят, хочется из маленько новостей. Я не знаю, сейчас видно меня или нет. Сейчас посмотрю. Если видно, то хорошо. Нет, не видно. Итак, друзья, пока что Мишаня ходит, ловит, мастер покемонов ходит, ловит своих покемонов. Маленечко о новостях. Сегодня 16 июля, мы ходим, ловим покемонов. Еще раз хочется об этом сказать. Сейчас будут выходить видео, последние уже о Кашире. Потом следом будет город Ожерелье, город Ступино и затем Орехово-Зуево. Вместе с этим будет выходить и наша поездка в Абхазию. Также сейчас буду снимать уже в июле пару городов, какие-то в Подмосковье, какие пока что говорить не буду. Уже где-то к августу все видео должны синхронизироваться, и уже новое видео будет вот снял и вышел. То есть такого плана я вот так вот хочу начать делать.
В принципе, о новостях пока что больше ничего. Больше нету. Поэтому пишите в комментариях, что кому интересно. Вот. А мы пока что будем ловить покемонов. Мишаня.